Снег застройки не помеха. У типографии Фисенко и Решельевского театра появился строительный забор. Оба здания, как и чуть больше сотни старых одесских домов, лишили статуса памятников архитектуры еще в 2008 году. На их месте компания-застройщик планировала возвести шестиэтажный жилой дом, однако после серии митингов планы на застройку изменились. Фасады планируют частично восстановить, пристроив еще несколько этажей. Строительный лес перекрыл практически весь тротуар. Теперь одесситам придется обходить дорогу чуть ли не по проезжей части. В знак протеста активисты планируют организовать мирную акцию для привлечения внимания горожан. Отмечу, компания, которая арендует земельный участок на Решельевской, получила зеленый свет на строительство в начале декабря. Есть ли разрешение на строительные работы у застройщика от Министерства культуры, пока неизвестно.